Всем привет! С вами я, Алиса. Я не верю своим глазам, но этот радостный день наступил. И нет, на моем канале не миллион подписчиков. Но вы это можете исправить, нажав на колокольчик и подписавшись на канал. Как вы уже можете догадаться, сегодня я вас всех собрала для того, чтобы распаковать вот эту вот очень необычную посылку. Даже слишком необычную. Признаюсь честно, я ждала ее около 6 месяцев и даже успела подзабыть немного о ее вообще существовании. Ну, потому что 6 месяцев это не день, не неделя и даже не месяц. Ого, сколько времени прошло. Я уже начала думать, что она где-то затерялась на почте. Но хорошо, что она все-таки пришла ко мне наконец-то, и мы с вами можем узнать, что же находится внутри. Для меня содержимое этой посылки очень значимо, и я уверена, что и для вас тоже, потому что это наша общая заслуга. Без вас я бы не получила эту вещь, и все, что сейчас происходит на моем канале, его бы просто не было. Я надеюсь, вы разделите мое счастье. И что ж, переходим к анбоксингу. Для этого у меня есть уже рюкзак, я его подготовила. А, кстати, стоп. Вообще, посылка, по сути, должна была приехать из США. Но на самом деле она приехала из Шанхая, потому что тут все иероглифы. Я, конечно же, не шарю в этом. Ну ладно, будем доверять им. Написано, что очень хрупкая. Ух, не терпится посмотреть. И, кстати, с другой стороны тут написано Беливикс, то есть название моего канала. Знаете, в чем прикол? Я не... Вот нормально, да? Сейчас бы упала. Что ж, давайте уже скорее распаковывать эту посылку, потому что она у меня лежит где-то уже день, наверное. Я все тянула до видео, потому что никак не было времени, чтобы его снять. И вот, наконец-то. Ура! Ну что ж, будем с вами резать. И делать это надо аккуратно, поскольку та вещь, которая находится в этой посылке, она очень плотно лежит к картону. Поэтому надо ее не задеть. Итак, ну что ж. Ой, когда вообще увидела, что это коробка, я такая думаю, ой, а что там вообще находится? Потому что я вообще не догадывалась. И потом я поняла все-таки, что находится внутри. Я просто забегала по комнате от счастья. У меня руки из одного места растут. Help me. Да! Ой, ты. Собственно, вот коробочка, мы ее с вами распаковали. Тут прям вот как комиконовский такой эксклюзив, но спешу вас огорчить или же наоборот обрадовать, это не комиконовские куклы и вообще даже не кукла. Итак, давайте с вами перевернем. Вау! YouTube прислал вот такую карабень! Ну, это такой ответственный момент! Господи! Вау, какая большая коробка! Такая черная! Прям любимые цвета! Кстати, недавно я была на Video People, и как это было, вы можете посмотреть по ссылке в описании. Ну, а теперь самое время открывать эту верхнюю коробку и смотреть, что находится внутри! О, да, кстати, и внизу еще написано Беливикс. Это очень страшно, я боюсь смотреть. А. Я думала, там будет уже коробка. Тут лежит вот такая вот бумажка на английском языке, тут все написано. И тут есть такие названия, типа «Вы преодолели отметку 100 тысяч подписчиков на вашем канале», также разные подписи. Ну, в общем, это я прочитаю потом, это, в принципе, стандартно. Каждому блогеру присылают, в принципе, одно и то же. Поздравления, спасибо вам большое. И теперь самое, пресамое интересное. Вау! Офигеть! Боже мой! Так, я просто... Я очень рада. Я шла к этому очень долго. И это не только мои труды. Боже, я в кнопке такая смешная. Короче, как вы догадались, в этой посылке пришла серебряная кнопка. Жесть. В общем, какая она красивая. Я... Если честно, боялась. А вдруг я там неправильно написала Беливикс?
Хотя я уже машинально знаю, как это пишется. В общем, вот серебряная кнопка теперь у меня будет красоваться. Я не знаю, пока ее куда приспособить, но уверена, что ей, конечно же, найдется местечко. Именно 7 марта 2017 года на моем канале стукнуло 100 тысяч подписчиков. Вы представляете, какое это большое число? И где-то в апреле, наверное, я заказала эту кнопку, я там ее оформила. И, по сути, она присылается в течение 6 месяцев. Ну, как вы поняли, вот уже октябрь, и знаете, очень так символично, потому что 16 октября у меня было день рождения, и 17 мне приходит оповещение, что вот пришла посылка из Шанхая. И я думаю, а что мне может прийти из Шанхая? Ну, как-то это странно, потому что все покупки, которые я совершала на разных интернет-магазинах, я их уже получила давным-давно. Тут я думаю, что мне может прийти. И только когда я увидела вот эту большую коробку, я уже поняла, что это, конечно же, кнопка YouTube, и вот она наконец-то ко мне пришла. В 2016 году я ходила на Video People, который проходил в сентябре в начале. Там как раз-таки выдавали серебряные кнопки, в том числе и золотые. Но золотые выдавали на сцене, а 100-тысячникам ты мог просто подойти после мероприятия к стенду, и тебе отдали бы кнопку. Ну, понятное дело, с каким-то подтверждением, что ты — это реально ты. Но так как у меня было на тот момент не 100 тысяч подписчиков, то кнопку получить я не могла. И вот в марте наступает такой момент, когда у меня 100к, я думаю, а может быть мне подождать Video People и забрать эту кнопку непосредственно там, или же все-таки, чтобы мне ее прислали домой. В итоге я решила на второй вариант, потому что на Video People кнопки серебряные не выдавали в этом году. И вообще, как это было, вы можете посмотреть по ссылке в описании, выдавали только золотые кнопки. Ну, мне до этого еще как-то далековато. В общем, серебряная кнопка — это моя мечта, которая осуществилась. Верьте в свои мечты, и они сбудутся. Конечно же, я хочу сказать всем огромнейшее спасибо, потому что без вас сейчас бы в моих руках ее бы просто не было. Кстати, сзади есть вот такая вот штукенция, с помощью которой можно повесить кнопочку на какую-нибудь стенку. Задняя часть такая бархатная, приятная. Сама кнопка серебряная, распиливать я, пожалуй, ее не буду. Пока что. Тут написано Бельвикс, название моего канала, а также поздравляем, что вы перешли отметку в 100 тысяч подписчиков. И она так блестит, я вот смотрю. Надеюсь, она не отражает тот бардак, который происходит за камерой. Внизу находится логотип YouTube, и, собственно, все оформлено в таких черных тонах, и находится вот в такой вот красивой рамочке, матовый, очень приятный. А сюда можно будет положить кукол. Хорошая коробочка, кстати, неплохо. Им будет мягко. Такой поролон. Это сделано для того, чтобы не испортить эту серебряную кнопку. Во, посмотрите, какая она большая и блестит. Отражает все, что находится, ну, как вы видите, вон куколки. Когда я смотрю на эту кнопку, я очень смешной человечек. Прям такой... Кстати, я на 100 тысяч уже снимала такую благодарность вам. Сделала микс из всех своих видео. Кстати, это видео у меня заняло примерно 3 дня, потому что вы представляете, это надо найти, это надо обрезать, все и вуаля. Переходите по ссылке и смотрите его. Кстати, свое творчество на YouTube я начала 19 февраля 2011 года. Это почти 6 лет назад. Если уже не 7. В общем, сумма такая внушительная. И на тот момент мне было около 8-9 лет. Я, как и многие девчонки, в то время увлекалась Винкс. Напишите в комментарии, если вы смотрели мой канал уже с самого начала. Мне будет очень приятно почитать и поностальгировать. Ребята, ваша поддержка мне очень-очень цена. Я стараюсь с каждым видео себя усовершенствовать, делать что-то новое, и сейчас в моей голове столько проектов, столько планов, которые я хочу реализовать. Так что скорее подписывайтесь на канал и нажимайте на колокольчик, чтобы не пропускать все новинки. А также у меня недавно появился второй канал. Никому этого не говорите. Ладно, шучу. Говорите всем. Переходите на него, и там вас будут ждать видео. Пусть прошло 6 лет, но я все равно не опустила свои руки и
продолжала монтировать, снимать и выкладывать видео. Стремитесь к своей цели, и она сбудется. Также хочу выразить огромнейшую благодарность не только своим зрителям, подписчикам, которые меня смотрят, но и моим родителям, которые меня всегда поддерживали, помогали и до сих пор помогают. В общем, спасибо большое. Конечно же, я не забываю про своих преданных фанатов, если можно так назвать, да и вообще людей, которые просто поддерживают мое увлечение и смотрят мои видео. А также, если вы могли заметить, то я в последнее время стала отвечать на ваши комментарии. Я надеюсь, что этим я вас как-то мотивирую, возможно. Просто хотя бы поднимаю вам настроение хотя бы вот настолько. Насчет кнопок, пока их существует 4 вида. Это серебряная, которая дается на 100 тысяч. Также золотая кнопка на 1 000 000 подписчиков. Бриллиантовая на 10 миллионов подписчиков. И на 50 миллионов подписчиков дается рубиновая кнопка. Но она пока только у одного блогера. Это не я. Недавно у меня брали 2 интервью. Я выяснила, что один из интересующих вопросов интервьюера был такой, что зачем вы на YouTube? Как бы какая цель для съемок видео? Заработок ли? Или же усовершенствование себя? Безусловно, в первую же очередь, моя цель на YouTube — это развитие себя. Если бы вы знали меня 8 лет. Это та скрытная девочка, которая боится подойти к кому-то, которая боится что-то сказать. В общем, и да, если честно, до сих пор у меня... И да, если честно, до сих пор во мне осталось вот это вот чувство боязливости людей. Я не социофоб, нет. Просто дело в том, что у меня такой характер. Мне порой хочется промолчать где-то, послушать кого-то, потому что мне лень просто говорить. А порой хочется болтать и быть такой болтушкой. В общем, какие-то сдвиги происходят в моей голове. Видео помогли мне стать более раскрепощенной, более открытой. Не бояться просто людей и говорить то, что вот ты чувствуешь, все, что ты видишь. Короче, как-то более ясно выражать свои мысли. Видео — это уже мое хобби. Для меня съемка видео, монтаж — все это доставляло и сейчас доставляет, и, надеюсь, будет доставлять всегда удовольствие. Я не могу забросить это дело, потому что это стало частью меня. 2 года назад у меня был такой период, когда мне просто почему-то, я не знаю по какой причине, не хотелось снимать. Не было какой-то мотивации, просто хотелось, не знаю, где-то гулять, но никак не сидеть и не снимать видео. В общем, это такое время, когда я не выкладывала ничего 2 месяца, а потом поняла, что так нельзя. И я не привыкла к такой жизни без видео. Просто это невозможно. Но я же хочу выразить еще раз огромнейшую благодарность. Я вас всех обнимаю, люблю, целую. Кстати, мне очень приятно, когда вы меня узнаете, подходите ко мне и фотографируетесь. О, это очень мило на самом деле. Я прям пересматриваю эти фотографии порой, и мне приятно, так на душе становится тепло, и прям душу греет эти фотографии и воспоминания, момент. Кстати, напишите в комментарии, как вы нашли мой канал, и какое видео вам нравится больше всего из всех обзоров, топов и так далее. Как вы знаете, у меня очень много рубрик. Это видео вышло очень уж разговорным, но мне кажется, этого видео как раз-таки не хватало на моем канале. Вы не знаете моей жизни, и вот, мне кажется, это был хороший случай рассказать вам побольше обо мне. Еще раз хочу выразить огромнейшую благодарность. Я уверена, что 100 тысяч это не предел, и мы с вами будем двигаться дальше. Окей? Ну вообще, знаете, по приколу я высчитала, что до 1 000 000 я буду идти 60 лет. 60, да, вы понимаете? Это смешно. Окей. Ну а пока будем радоваться серебряной кнопке. Ставьте лайк, если вам понравилось это видео, а также переходите на другие видосики моего канала. Буду вас всех ждать на видео с огромнейшим удовольствием. Подписывайтесь на канал и нажимайте на колокольчик, чтобы не пропускать новинки. А также у меня есть Instagram и ВК, ссылки я оставлю в описании. Там я обожаю выкладывать разные спойлеры и новинки, так что не пропускайте их. Что ж, be cool and crazy! Пока-пока!